Всем привет. Меня зовут Сергей Прохоренко. Я руковожу Agile-практикой в компании Luxoft. И я бы сегодня хотел поговорить о визуализации требований, потока требований в распределенных проектах. Вот. На самом деле, достаточно много на эту тему сказал вот предыдущий докладчик, за что ему большое спасибо. Вот. Я думаю, во многом наши доклады пересекаются. Вот. Но, тем не менее, фокус немного другой. Поэтому давайте начнем. Аудитория целевая, да, на которой я собираю свою статистику, это проекты, которые в Luxoft, аутсорсе другие компании. И мы agile проектами занимаемся уже достаточно давно, с 2005 года. Вот 2,5 года назад было принято решение создать такой выделенный центр экспертизы по agile проектам, ну вот, которыми я сейчас и руковожу. Вот. То есть чем он занимается? Это старт новых agile lean проектов, это трансформация существующих проектов и те проекты, которые считают, что работают по agile, вот, но по каким-то причинам могли бы работать лучше. Вот, мы проводим их аудит и помогаем в улучшениях. То есть тот материал, который я на этих проектах собрал, вот на нем, собственно, и основан сегодняшний доклад. С чем обычно приходят заказчики? То есть, с одной стороны, это достаточно четко поставленная задача. Мы хотим agile. Ну или в более узком понимании, мы хотим Scrum или мы хотим Kanban. Как правило, эти два процессных фреймворка. На самом деле, чего хотят заказчики, что стоит за кадром, это они хотят решения своих каких-то абсолютно локальных, абсолютно прагматичных проблем. К каким проблемам относятся, например, запаздывание необходимой функциональности? Да, то есть они как бы где-то им продали, вот, они считают, что agile в этом плане предлагает вот приоритизацию на основе ценностей для бизнеса. Вот, соответственно, все, что им теперь будут деливерить, оно будет вот точно в срок, то, что они хотят, то, что решает их наиболее насущные проблемы. Там, другая проблема, например, изобретение велосипедов и фичи там, готовые на 90% месяцами, вот, то есть не отражающие там, реальную картину какие-то отчеты. Вот, agile здесь предлагает им, то есть они понимают, что agile для них это короткие итерации, в конце которых они будут понимать реальный прогресс и вовремя отсекать то, что действительно им не нужно. Вот. Это слишком высокая стоимость даже небольших изменений. То есть все там знают эту картинку, там, где в waterfall стоимость изменений растет экспоненциально со временем проекта. Вот. И, соответственно, Agile и Scrum в частности предполагается, что будет им в этом очень помогать. То есть в любой момент можно внести изменения в бэклог, и как бы, оно будет для них совершенно бесплатным. И последнее – это неизвестное реальное состояние продукта, то есть как бы зачастую то, что происходит в проекте, это остается где-то за кадром, то есть они получают, стейкхолдеры получают информацию из каких-то отчетов, то есть уже информацию, пропущенную через фильтр нескольких менеджеров. Вот. И зачастую это приводит к называемому гриншифтингу, когда как бы в проекте на самом деле все плохо, вот, а на каждом этапе ситуация все зеленеет и зеленеет, и в конце концов даже там глобальные проблемы подаются топ-менеджменту как какие-то временные неудобства, которые уже почти решены. Вот. То есть если там делать короткие итерации, то все будет хорошо и будет полная прозрачность, мы вовремя увидим все проблемы. То есть Scrum в частности, предполагается, что будет такая серебряная пуля, которая полностью решит все проблемы, которые сейчас стоят. Ну и, в общем-то, в это вносит свою лепту тот фреймворк, который сейчас вот продается как Scrum. То есть достаточно формальный, с большим количеством различных церемоний, различных ролей. Ну, то есть ролей немного, да, но они достаточно четко специфицированы. Чем должен заниматься продакт-оунер, чем должна заниматься команда, скрам-мастер. Вот. И есть фреймворк, вот, чем команда должна заниматься в течение спринта. То есть там спринт начинается планированием, заканчивается ретроспектива и демо. Вот, в течение спринта там каждый день проходят daily стендапы. Вот. И, в общем-то, соблюдение этого фреймворка приводит нас в конце к созданию potentially shippable product инкремента. Вот скажите, кто из вас работает по скраму? Поднимите руки. Угу. То есть, ну, примерно половина. Окей. То есть вот следование этому карго-культу, да, то есть внедрение всех вроде бы тех вещей, о которых говорит Scrum Handbook, представляется в сознании продакт-оунера и топ-менеджмента со стороны заказчика как
некоторый такой комплекс мер, направленных на то, чтобы вот искоренить все проблемы. То есть вроде бы у нас есть и доска, с которой работает команда. На доске есть там все необходимые стикеры, есть там разделение на user story. Вот. Есть даже continuous integration, да, то есть, ну, не на всех проектах, но зачастую есть. То есть автоматизация тестов, которые показывают, если что-то валится. Вот. Показывают, там, кто за это отвечает. То есть вроде бы визуализация вот на уровне команды, на уровне одного спринта, вроде бы есть. Но зачастую забывают о том, что за этим стоит за кадром. То есть Scrum, как один из таких основополагающих постулатов, предполагает, что у команды есть product owner. И под product owner, с одной стороны, Scrum Handbook понимает достаточно простую вещь, то есть это человек, который ставит команде задачи и приоритизирует бэклог. С другой стороны, если мы будем полагаться только на тот процесс, который вот мы только что видели, да, то есть, который начинается с планированием, заканчивается демо и ретроспективой, то совершенно очевидно, что на product owner лежит достаточно большой груз ответственности. То есть это человек, который для команды является таким окном в мир, который общается со всеми внешними контрагентами, там, да, со спонсорами продукта, с экспертами предметной области, с пользователями, с непроизводственными подразделениями, и который команде на планировании всегда дает актуальную картинку по приоритетам, который способен помочь команде спланировать бэклог на спринт, и который всегда дает любые разъяснения, которые команде необходимы. То есть такая концепция вот кастомера, заказчика из экстремального программирования. То есть в идеале человек, который вот прямо сидит рядом с командой и может ей на любые вопросы ответить. Что происходит в реальной жизни, вот картинка из реального проекта. Значит, заказчик сидит в Лондоне. То есть заказчики — это там топ-менеджмент крупного инвестиционного банка. То есть они реально пользуются этой системой. При этом напрямую к ним никто не допущен, то есть еще некая команда развития продукта, которая занимается опросом этих ключевых стейкхолдеров там же на сайте, вот, и которая дальше через некого бизнес-аналитика коммуницирует со всеми остальными. При этом есть команды по разработке в Штатах и в Украине. У них есть свои аналитики, при этом, ну, как бы совершенно логичное решение, что product owner находится в Штатах. То есть не рядом с нашими бизнес-стейкхолдерами, вот, и даже не где-то посредине, а вот ну, для Украины это вообще совершенно не работающее решение. Ну, то есть product owner мало того, что он не из бизнеса, он еще и находится там за 7 часовых поясов, и у него сложно что-то узнать. Таким образом у нас возникают проблемы. То есть вроде бы мы все делаем по скраму, но тем не менее product owner приходит вот на планинг и говорит: окей, у меня есть для вас новая история. То есть никакого предварительного там backlog refinement по ним не было, вот, или был какой-то общий разговор, что будет планироваться на следующий спринт. Но детально команда не прорабатывала все истории, потому что для этого есть планинг. Вот. Дальше команда начинает задавать вопросы, вот, и выясняется, что на них у product owner ответов нет, потому что он не ключевой стейкхолдер, он не аналитик. Вот, то есть он какой-то человек, который там менеджер этого проекта, который занимается приоритизацией и который, по сути, команде транслирует ту картинку, которая есть вот в голове у ключевых стейкхолдеров. Команда как бы вполне в соответствии со скрамом говорит: тогда никакого спринт-коммитмента. То есть мы должны как бы четко понимать всю картинку. То есть сам принцип спринта в скраме — это реальный спринт, то есть бег там на 100-метровку без всяких препятствий. То есть вначале мы подготовились хорошо к спринту, и, соответственно, мы ожидаем, что в течение этой 100-метровки мы очень хорошо все сделаем, и мы видим перед собой очень такую понятную тактическую цель, и мы коммитимся на то, что мы к этой цели прибежим за 2 недели. Соответственно, если цель непонятна, то есть и скорее это напоминает такой не бег, а прыгание по болоту с кочками, вот, то, естественно, спланировать, за сколько мы до конца болота доберемся, неизвестно. Может, там кочки не будет в какой-то момент, вот, и дальше вообще работа застопорится. Потом команда говорит: никакого спринт-коммитмента. Вот, скрам-мастер в этой ситуации демотивирован абсолютно, то есть вроде бы действительно все правы, то есть и product owner все сделал, и команда все сделала, но почему-то скрам не работает. То есть вот зачастую поэтому вот в таком сложном корпоративном environment получается такой именно вывод, что у нас в организации скрам не работает. И не работает он именно потому, что вот видите, вот potentially shippable product increment, ну вот он в конце не появляется, то есть несмотря на все приседания, которые вроде бы были сделаны.
На самом деле происходит это почему? То есть не потому, что в течение спринта что-то происходит неправильно, а потому что нет общей картинки. То есть у нас вот есть хорошая визуализация на уровне одной отдельно взятой команды, вот, но дальше как бы видимость заканчивается. То есть там наверху есть вроде бы какие-то вещи. То есть там продакт-оунеры и вот эти прокси-продакт-оунеры, там аналитики, они делают какую-то работу, но она абсолютно непрозрачна. То есть чем они занимаются, какой результат и когда он будет, неизвестно. Вот. Есть какие-то бизнес-спонсоры со своими приоритетами, со своими целями, вот. Но тоже абсолютно непонятно, на чем эти цели основаны и почему приоритеты меняются. Таким образом, очевидно, что для того, чтобы Scrum заработал в этом environment, нужно картинку эту поменять и вот эту мертвую зону, которую мы не видим, как-то визуализировать. Значит, что в нее входит? То есть для менеджмента это, ну я не буду читать все буллет-поинты, вот, просто основные из них. То есть для менеджмента крайне необходимо понимать несколько вещей. То есть где мы сейчас находимся вот, в конкретном релизе, то есть сможем ли мы выпустить все, на что мы закоммитились, то есть у менеджмента есть какой-то план по релизу, вот, и более того, у них есть планы по следующим релизам. Они хотят понимать не только, выпустим ли мы успешно этот релиз, а и достаточно ли мы подготовлены к следующему. У команды фокус немного более узкий, то есть для них больше интересует данный конкретный спринт и данный релиз. То есть чем они в этом спринте занимаются, какова цель тех user story, которые им product owner предлагает сделать. Чем занимаются другие команды, как это все взаимосвязано и как это все объединено на уровне каких-то действительно там фич больших, которыми будут пользоваться их бизнес-спонсоры. И тут как бы самое время вспомнить вот о канбане из предыдущего доклада вот, и применить вот те самые принципы Lean и Agile в том числе для визуализации работы с требованиями. То есть в первую очередь это визуализация потока. После визуализации идет, собственно, поиск и устранение бутылочных горлышек. Вот, и это уже не из Lean, а из Agile. Явно прописаны процессы и артефакты, то есть вот те самые каденции, о которых говорил предыдущий докладчик. Первый шаг для этого – это value stream mapping. То есть техника, широко используемая в линии, описанная в книгах Мэри Поппиндик. И, в общем-то, это первый шаг для того, чтобы каким-то образом нашу работу по созданию и продвижению по бэклогу структурировать. Вот, вот пример из недавнего проекта, он еще в процессе. Вот, ну вот то, что у нас уже получилось, вот, с момента, когда Epic добавляется в бэклог, то есть первый раз приходит какой-то запрос от бизнес-пользователей, и до момента, когда у нас продукт релизится в продакшн. То есть проходит на самом деле достаточно большое количество стадий. Причем в спринте для них, в спринте из них вот только вот эти две. То есть story находится в development, и story уже готова для демонстрации, ну, соответственно, после этого она демонстрируется product owner. То есть вот эти части, user acceptance testing, который проводится уже непосредственно пользователями в UAT environment, релиз production, это уже находится за пределами спринта, ну, в данном конкретном проекте. Вот эти части, которые занимают еще больше, то есть анализ эпиков, анализ user story, их груминг вместе с командой, это на самом деле еще больше времени добавляет в time to market, но оно вот как раз и остается за кадром в большом количестве случаев. Вот. Каким образом, ну то есть после создания этого value stream map, каким образом его можно использовать? Ну, в первую очередь это непосредственно визуализация, то есть создание такой канбан доски, на которой работа команды в спринте занимает только небольшую часть. Вот. И мы здесь сфокусированы не на отдельных там тасках, то есть нет такой детализации, как на Scrum-доске, где истории разбиваются на отдельные подзадачи, вот, и истории считаются выполненной, когда они все готовы. Вот. То есть тут история просто висит вот в прогрессе в то время, когда она в прогрессе, пока эти задачи не готовы. Вот. Таким образом, мы сюда можем воткнуть гораздо большее количество команд. Вот, то есть вот картинка из проекта, в котором у нас было 6 команд, из них 3 было в Украине и 3 было в Соединенных Штатах. И перед этим еще другие стадии, которые относятся к анализу требований. То есть вот у нас получилась такая картинка. То есть первая стадия — это цели или такие большие эпики, то есть то, что пользователи хотят видеть в продукте.
Второе – это разбиение их уже на уровень user story и работа аналитиков по ним. Вот. Причем тут у нас было две части, то есть анализ прогрессии, вот, и уже проанализировано, но еще не прогрумлено с командой. То есть вот эта часть – это та стадия, на которой работает аналитик. То есть он еще не показывает результат своей работы команде. Вот. С одной стороны, это хорошо демонстрирует, когда у нас у аналитиков ничего не готово, да, то есть, с другой стороны, хорошо показывают, когда у них слишком много работы в прогрессе, из-за этого страдают те таски, которые уже готовы к девелопменту. Вот, то есть ready for development — это те user story, которые хорошо уже проанализированы с командой и на которые команда согласилась, что она их может взять в спринт. То есть мы потом поговорим еще о понятии definition of ready, то есть каким образом это, какое соглашение у нас было для того, чтобы проверить, так ли это. И из вот этого ready for development у нас выделялась отдельная колонка следующие 20 историй для взятия в спринт. То есть это такой вот потенциальный спринт-бэклог на следующий спринт. Вот. Дальше эти истории уже шли в конкретные команды. Вот. После того, как они акцептятся, они попадают в графу, готовые для релиза. Вот. Ну, после релиза, соответственно, все оттуда снимается. Следующий момент — это для чего нужна визуализация, для чего нужен этот value stream map — это поиск неэффективностей. Опять же таки, у Мэри Поппендик очень хорошо описано, каким образом строить вот value stream map с формальной точки зрения, вот как его анализировать, то есть как выделять waste и полезные вещи из value stream map. Вот, и зачастую выясняется, что ну, то есть, когда мы считаем очень аккуратно все время, которое у нас уходит на создание value, ну, вот, то соотношение вот, waste к общему lead time, да, к общему time to market, оно занимает порядка 70-90%. Вот, то есть тут как бы в любом проекте есть большое поле для оптимизации. Это только кусочек value stream map, вот, сфокусирован на нескольких этапах. Но как бы даже здесь мы уже видим, что вот какие-то задачи по анализу, по созданию user story, они занимают там буквально часы, вот, а предварительный анализ занимает там, 8 дней, и 20 дней еще просто на ожидание. То есть там бизнес-аналитик занимается параллельно несколькими user story, вот, поэтому хотя у него уходит в общем там, месяц на project charter, вот, но при этом как бы, user story у него может быть готова уже через 8 дней, если он только на ней сфокусируется. Другой момент — это борьба с организационной неэффективностью. То есть на value stream map, когда мы видим вот такие цифры, да, то есть где-то у нас вот этот waste, тут плохо видно, наверное, он тут 20 дней, да, а тут 8, вот, где waste слишком большой по отношению к полезной работе, то есть как, ну, зачастую это показывает то, что у нас где-то есть с организационной точки зрения неэффективность работы. То есть либо коммуникация неэффективна, либо есть лишнее звено в цепочке, и какие-то части value stream map можно вообще сократить. Вот. Вот то, к чему мы пришли по организационной структуре на том проекте, вот, с которого я начал, это вообще убрали product owner, вот, то есть сделали таких прокси product owner для каждой локации, вот, для нескольких команд. Вот. И вместо product owner стала такая команда развития продукта, то есть включили в нее тех людей, которые непосредственно работают с бизнес-стейкхолдерами, project-менеджеров и часть бизнес-спонсоров, те из них, у которых есть время коммуницировать с прокси-продакт-оунерами. Это не идеальная структура, само собой. Вот, то есть гораздо лучше, чтобы кто-то из бизнес-спонсоров непосредственно играл эту роль. Но дело в том, что когда это топ-менеджмент там, крупного банка, там, топ, ну, из топ-10 инвестбанков, то ну, время этих людей просто слишком ограничено для того, чтобы работать с девелопмент-командой. Поэтому приходится иногда идти на неэффективности вот такие локальные. Также выделили группу таких ключевых экспертов предметной области, которые вот работают непосредственно с бизнес-спонсорами, и которые могут оперативно отвечать на вопросы команд, на вопросы их прокси-продакт-оунеров, вот, и давать ответы очень быстро. То есть им была непосредственно поставлена задача, что они там часть своего времени выделяют на работу с командами, на story grooming.
Я обещал вот пример definition of done, то есть мы вот по value stream map, когда шли, я говорил, что как понять, действительно ли у нас можно переводить там одну какую-то историю из состояния в состояние. Вот. Для каждой из этих колонок, для каждого из шагов в value stream map крайне необходимо прописать вот definition of done, что означает, что она из этого этапа может выйти. Вот. Ну, вот пример, да, для этапа там, предварительный анализ истории. То есть, может быть, там определены источники данных, там есть пример входных данных, проработана бизнес-логика, макапы, идентифицированы ключевые пользователи. Вот. Естественно, это ну, как бы просто из конкретного проекта взято соглашение, и у вас все может быть совершенно по-другому. Вот. Но такое соглашение должно быть на каждом этапе. То есть мы вот в Scrum'е говорим об обязательном таком артефакте, как definition of done для спринта, вот, то есть, ну и для каждой user story. Вот. То же самое необходимо для всех этапов анализа до этого. Также может оказаться, что у нас вот еще на предварительном этапе, до того, как у нас этот value stream map начинается, то есть вот на самом первом этапе постановка целей и создание эпиков, у нас здесь уже начинаются проблемы. То есть здесь пробуксовка, и наши бизнес-спонсоры не в состоянии нам вовремя поставлять новые задачи. То есть здесь помогает такая штука, как Product Discovery Workshop. Кто сегодня был на докладе Джеффа Паттона, или, может быть, кто-то был на тренинге вот, на этой неделе, вот, наверное, догадывается, о чем я говорю. То есть это мы проводим такой воркшоп для начинающих команд, то есть которые стартуют работу над проектом. Привозим к ним непосредственно продакт-оунера, ну, либо приводим, если они в одной локации сидят. Ну, вот. И вместе с ними в течение там, 1-2 недель делаем вот такой цикл, то есть проработка видения продукта, ну или решения, если это внутренний продукт, определение среднесрочных целей, привязка к ним user story, то есть story mapping, проработка всего workflow user story, всех альтернативных flow, проработка карты релизов, создание user person, то есть которые у нас пользуются этими user story. После чего, когда у нас там для первого релиза уже определен скоп приблизительный, делаем там первичное оценивание и приоритизацию наиболее приоритетных user story и определяем рабочее соглашение, что тоже очень важно, то есть каким образом мы будем взаимодействовать с продакт-оунером, команда будет работать, вот, как у нас команда будет, в какие чекпоинты внутри спринта делать какие вещи. То есть это касается не только таких обязательных скажем, митингов, да, как планирование и ретроспектива, но также касается и работы с требованиями, и каких-то более локальных вещей, то есть, например, когда мы там делаем код фриз и проводим там финальную интеграцию и так далее. То есть в результате такого воркшопа получается вот такой структурированный бэклог, вот, где есть карта релизов, то есть вот видите релиз номер 1, номер 2, номер 3. Вот, по ним есть достаточно проработанные уже эпики и в некоторых случаях даже user story. Вот, и для первого релиза уже разработаны полностью user story с acceptance критериями и с definition of done. Это здорово помогает в первичном наполнении бэклога и вообще понимании командой и продакт-оунером, как им дальше работать и что им нужно поддерживать. То есть, когда бэклог есть, уже гораздо проще ну, как бы его поддерживать в актуальном состоянии. Подготовка требований, то есть что нужно непосредственно команде делать при этом. Значит, обычно мы настаиваем на том, чтобы у команды был выделенный слот для груминга user story. То есть на том этапе, когда аналитик уже видит, что story можно показывать и собирать фидбэк и вопросы с команды, вот, мы делаем вот такой Product Backlog Refinement митинги, то есть это выделенное время как минимум раз в неделю, в которое там, с жестким таймбоксом 15-20 минут на одну user story обсуждается scope user story, обсуждается каким образом эта функциональность будет реализована, business value, естественно, и делается первичная уже оценка в story point'ах. Значит, также разрабатываются ну, для тех user story, которые уже пойдут в следующий спринт, acceptance сценарии и definition of done оговаривается. И еще я обещал сказать такую вещь, как definition of ready. Это частный случай, в общем-то, definition of done.
То есть для спринта, когда у нас проводится спринт-планинг, мы рассчитываем, что у нас product owner приходит уже с готовыми user story, которые там соответствуют всем каким-то критериям качества. Вот это вот эти критерии качества, собственно, здесь в definition of ready включаются. То есть это некий такой контракт между product owner или proxy product owner, кто из них работает с командой, и самой командой. То есть туда может включаться, например, что предварительно по user story проведен груминг, то есть команда имела возможность задать все вопросы, получить на них ответы, то есть полностью понятна функциональность. Там user story сама по себе соответствует там каким-то критериям, допустим, вот по акрониму там, invest, independent, negotiable и так далее. Есть согласованные с бизнес-пользователями acceptance сценарии и понятен definition of done. Вот. Но это как пример, то есть для ваших команд definition of ready может отличаться, так же, как и definition of done. Это нормально. Вот. Главное, чтобы он был понятен как product owner и команде, чтобы он соблюдался. При, собственно, соблюдении этих правил и вот регулярной работе с бэклогом и визуализации нашей работы, мы как раз добиваемся того, что у нас это мертвая зона. Если не совсем рассеивается, то по крайней мере становится там на уровень выше. Да? То есть если раньше у нас было непонятно вообще, что выше уровня одной команды находится, то сейчас общая ситуация в проекте понятна. И единственное, что может остаться за кадром, это те обсуждения, которые происходят вот внутри стиринг-комитета, да, развития продукта. Вот, и, каким, и почему именно те или иные приоритеты принимаются. Вот, то есть это не всегда, скажем, коммуницируется команде, вот, но тем не менее. Ситуацию на ближайшие несколько релизов это все помогает контролировать и визуализировать. Ну и напоследок несколько таких наблюдений, которые вот в ходе работы над этой презентацией я для себя вспомнил, да, которые были вот в ходе работы в проектах. Первое наблюдение – это то, что в сложных проектах product owner реально это не subject matter expert, вот, то есть не человек, который реально вот эксперт в предметной области, а это скорее организатор, то есть который вот собирает вместе всех людей, которые имеют отношение к продукту, вот, и делает так, чтобы этот продукт работал. Вот. То есть не обязательно product owner должен непосредственно сам разбираться во всех user story, непосредственно задавать приоритеты, то есть, но для команды должно выглядеть вот именно таким образом. То есть он должен в любой момент сказать по любой user story, кто является по ней экспертом, и обеспечить, чтобы этот человек на вопрос команды ответил. И он всегда должен актуальные приоритеты знать и понимать те бизнес-драйверы, которые могут на эти приоритеты повлиять. Вот. То есть ну, не всегда это удается сочетать в одном человеке, значит, поэтому product owner иногда может быть даже заменен вот комитетом из таких бизнес-стейкхолдеров. Его роль по уточнению требований может быть передана вот аналитику внутри команды. То есть мы его так называем прокси-продакт оунером, но надо понимать, что ну, прокси-продакт оунер – такое выражение, имеющее зачастую негативную коннотацию. Вот. То есть в нашем случае это не тот человек, который выдает себя за продакт оунера, а тот человек, который помогает продакт оунеру в детализации требований. Ну и команда. То есть команда тоже должна понимать, что их участие в анализе требований абсолютно необходимо. То есть без участия команды, без регулярного выделения времени на проработку user story, хороший бэклог и правильный скрам невозможны. Второе наблюдение – это то, что в сложных распределенных проектах, в сложной организационной структуре внедрение скрам зачастую требует организационной трансформации. И что это означает? Вот, то есть просто карга культа, то есть внедрение там, каких-то артефактов и митингов недостаточно. То есть просто повесить доску, там, сделать ежедневные митинги и ретроспективы – это не выход. То есть зачастую может потребоваться действительно организационная трансформация, может потребоваться введение новых ролей или выведение части людей из процесса. Если команды у нас распределенные, то есть работают физически в разных локациях, необходим бюджет на командировки, потому что личное общение заменить ничем нельзя. И нужны обязательства от экспертов предметной области. То есть тех людей, которые непосредственно владеют
бизнесом, и которые могут команде давать все уточнения. То есть если у вас нет человека из менеджмента, который согласен и способен эти изменения проводить, то есть у вас нет такой поддержки, то лучше даже не начинать того, чего не сможете закончить. Потому что скрам, который идет исключительно изнутри команды, без всякой поддержки со стороны бизнеса, он зачастую не работает. Ну и наблюдение последнее, то что скрам это не такая не серебряная пуля, которая всегда может решить любую проблему, а скрам это скорее зеркало, которое вам показывает всю отвратительную правду о вашем процессе, которая на самом деле есть. То есть не нужно бояться того, что вы увидели в зеркале, нужно как бы не подстраивать процесс под, таким образом, чтобы вот эту всю правду обойти. Вот. А нужно бороться с неэффективностью в процессе, вот. Так как иначе то есть объекты в зеркале ближе, чем они кажутся, вот. И вас это рано или поздно догонит вот, и сломает весь процесс. Ну и, собственно, что почитать. То есть те книжки, которые я упоминал, это Мэри Поппендик «Implementing Lean Software Development». Просто классика по Lean, я считаю, каждый должен прочитать. «Lean from Trenches» — это книжка, которая в большой степени вдохновила нас на вот визуализацию всего workflow по работе над продуктом. То есть там Книберг в очень такой доступной форме показывает, как они вот для проекта для шведской полиции делали похожую визуализацию. Ну и, собственно, как работать с требованиями на локальном уровне в книжке «Bridging Communication Gap» Гойка Аджича. И на более глобальном уровне вот, impact mapping. Вот, и не забываем про user story mapping. Вот, к сожалению, я вот не знаю хороших книг по story mapping. Может, мне кто-нибудь подскажет. Вот, но, в общем-то, в интернете полно информации по этой теме. Вот, плюс всегда можно записаться на тренинг к Джеффу Паттону или позвать его к себе в компанию. Я думаю, он не откажется. Ну, собственно, у меня все. Большое спасибо всем присутствующим.